Спасибо вам большое, что вы все-таки нашли время, заехали и пообщаться с нашим трудовым коллективом. Для нашего небольшого предприятия это большое событие. И хотелось у вас спросить такой вопрос. Всем известно, что алмазное сырье, которое используется в производстве ювелирных изделий, не только, добывается не во многих странах. Одну из крупнейших ниш в этой области занимают страны Африки, которые на сегодняшний день четко дают понять, что готовы выйти из-под гнета своих колонизаторов и начать самостоятельное сотрудничество с другими странами. Имеет ли место быть развитие совместных взаимоотношений и партнерства со странами Африки, ну, на фоне санкций Запада, которые выставлены против Беларуси и России? Вы знаете, санкции санкциями, а производство бизнес бизнесом. Если есть человек или компания или страна, которая хочет продать, а с другой стороны есть покупатель, никакие санкции не помешают. И помните мое требование, я запретил вообще говорить правительству и прочим о санкциях, ссылаться. Вот санкции, нам тяжело. Категорически было запрещено. Это расслабляет людей, и потом на санкции можно свалить все. Это расслабило бы страну. Да, непросто, тяжело. Мы выстояли, у нас есть куда продать нашу продукцию. Это самое главное. Мы поняли, что свое, свое и свое. На что я вас постоянно ориентирую? Люди, надо делать свое. Мы дожмем. Будущий год, год качества, мы заставим всех качественно работать. Кто хочет, кто не хочет. Ну, а кто вор, жулик, проходимец, ну, будет как вот с молочниками, вы, наверное, слышали и так далее. Никто церемониться ни с кем не будет. И будем публично называть фамилии и их творения. Я имею в виду коррупционеров этих всех. Хотя мне часто говорят, Александр, ну что, ну дай бог, чтобы в каждой стране было. А я не хочу, чтобы вообще было так. Воровать, за взятки чужое продавать и себе в карман класть недопустимо. От торговли до вот этих жуликов. И ваш, как ты, откуда у тебя попался этот день? С Рогачева. Тоже красавец, да, с Рогачева. Ну, отвечай. Готовы и платить, и что угодно делать, и на каторгу пойти работать, только не в тюрьму. Закон есть закон, для всех он один. Что касается нашего сотрудничества и ориентации на другие рынки, вы, наверное, знаете, и мы это не прячем. Зимбабве сегодня одно из основных государств по добыче золота, алмазов и так далее. Они на нас молятся. Они сегодня получили рекордный урожай хлеба, хлебов. И впервые в истории, благодаря нам, нашей технике и нашей помощи, накормили хлебом свой народ. Богатейшая страна. Естественно, на выгодных условиях мы с ними работаем. Что им нравится? Что мы не пришли к ним, как они мне говорят, как колонизаторы. Пришли, там этих людей заставили пахать, им там чуть-чуть дали, чтобы с голоду не умер, и все остальное вывезли. Нет. Я им предложил, вот президент Экваториальной Гвинеи был 2 миллиона человек, несметное богатство. Я говорю, хорошо, что тебе надо? Вот помогите, обучите военных, надо защититься. Конечно, если он не защитит эти богатства, его просто растопчут. Несметное богатство. И всего 2 миллиона человек. Готовится мой визит, поеду туда. Я ему сказал, мы будем тебе помогать всем, и военных будем учить, и будем твоих людей обучать, и надо технологии передадим по производству техники, станков, ну все, что мы делаем из сельского хозяйства. Спрос огромный. И они хотят с такими государствами, как мы, сотрудничать. Они уже не лезут к этим великим, потому что с ними можешь сотрудничать, а потом тебя кинут, и ты будешь кувыркаться, или станешь колонией, если не Испании, как Гвинея, это экваториально, то американцев и других стран. Мы с ними сотрудничаем. Естественно, у нас там большой интерес и по вашему сырью. Дорога пробита. Окно в Зимбабве пробито самое огромное. Шевелитесь. Если что-то надо, скажите. Надо работать. Мы будем вас поддерживать и помогать.